и комические нотки. Мне вообще нравятся контрасты. Черное с красным, черное с белым, добро и зло, страсть и нежность. И чем больше контрастов, тем эффектнее произведение. Неважно, это картина или это танец. Танец «Вова-ёшки» тоже появился внезапно. Я услышала совершенно случайно на кассете музыку «Канкан». Я никогда не хотела ставить «Канкан», потому что лучше, чем оригинальный «Канкан», никогда никто не сделает.